поселке Горки-Ленинский по инициативе молодых мам. В сентябре прошлого года был организован семейный клуб здоровья и развития детей. Но, к сожалению, не было у этого начинания подобающего помещения. Глава поселения откликнулся на инициативу, выделив часть площадей в недавно построенном доме. На открытии нового объекта образования и воспитания малышей побывала наша съемочная группа. Открытие семейного клуба в поселке Горки-Ленинские состоялось 12 апреля, в День космонавтики. И это символично. Запуск такого центра – альтернатива детскому саду, которых в поселении, как, впрочем, и везде, так не хватает. Что касается поселения Горки-Ленинские, один из детских садов в 2014 году будет построен у вас. На 80 мест. У жителей поселка давно была мечта иметь семейный клуб для детей и их родителей, в котором будут праздноваться дни рождения малышей и где будут проходить разнообразные занятия. У нас очень много талантливых людей, педагогов, которые просто не знают, чем заняться. А они сюда, здесь вот эти занятия проводят для детей. То есть у нас вот и родители. И здесь не только, это семейный клуб, здесь не только дети просто будут, а здесь и приглашаются и родители. Для родителей проводятся специальные лекции на разные темы, на психологические, на медицинские даже. Ну вообще, что касается семьи, вот здесь вот такой вот широкий диапазон. Символическую красную ленточку вместе с руководителями перерезали и ребята из местной школы. Это лучше, чем детский сад. Детский центр развития ребенка разместился в новом доме. В помещении сделан ремонт. Специально разработан дизайн-проект, в котором были учтены особенности детей дошкольного возраста. Куплена новая удобная мебель, игрушки, предусмотрена кухня. У нас есть группа раннего развития, где занимается педагог-психолог с малышами. У нас есть рисование, у нас есть... психолог, который занимается с детьми, учит их общаться, между собой коммуницировать. В день открытия детского учреждения малыши, как сумели, станцевали гостям новоселья. А учащиеся школы показали всем кукольный спектакль. Мы просто счастливы, что у нас появилась сейчас такая возможность, что есть и деткам чем заняться, и нам, мамам, есть куда пойти, пообщаться. И, в общем, мы очень довольны. Детей в нашем поселке очень много детей, и мы не имели возможности их развивать правильно. И сейчас у нас есть этот клуб детский, где наших детей любят, ценят, уважают. В семейном клубе, в группе кратковременного пребывания, дети дошкольного возраста будут иметь возможность общаться и развиваться. Людмила Медведева и я, Дамия, Елена Кушлева, Видное ТВ.